Ледовая битва с участием легенд советского хоккея в Клину. Якушев, Касатонов, Мышкин, Кожевников и не только. Титаны ледовых поединков в составе клуба «Легенды хоккея» скрестили клюшки с командой «Сенеж» из Солнечногорска. Яркие кадры игры привезла из Ледового Валентина Мордовина. Ты в оборону не ходи, пусть там четверо обороняется. Ты по дальней синей катайся. Легенды хоккея и за кулисами игры, как одна большая семья. Приободрить, направить и поддержать они могут наравне с тренером. Все-таки не один год в ледовых побоищах. Сейчас на лед выходит в товарищеских матчах. Основная миссия – это популяризация хоккея, передача своего опыта более молодому поколению. Конечно, развитие любительского хоккея. Ветеранскому хоккейному клубу перчатку бросили хоккеисты из Солнечногорска. За два периода сенежцы пропустили 4 шайбы. На трибунах не холодно, на трибунах жара. А болельщиков обеих команд хлебом не корми, дай поддержать и поболеть. Такая атмосфера игрокам на льду не мешает, а наоборот мотивирует. Подобный звездный матч в Клину проводят впервые. Для всего города это большая честь, когда такие легенды приезжают. Ну и я вот не могла это даже пропустить. Клуб «Легенд хоккея» очень хорошо себя сейчас показывает. От некоторых там передач, каких-то приемов я вообще стою рот открыв просто. Очень интересная игра. Здесь сегодня играет наш папа за команду ХК «Сенеж». Вот, у другой команды отличный опыт, замечательная игра. Нашим ребятам есть чем поучиться у них. Ледовый дворец имени Харламова – альма-матер для всех клинских хоккеистов, а имя легенды номер 17 никогда не сходит с уст, и особенно в день игры с ветеранами. Ведь многие из заслуженных были не просто знакомы с Валерием Борисовичем, а вместе выходили на лед. Никогда не забуду мы его. Был очень хороший товарищ, открытый, добрый. Надо сказать, подчеркнуть, что у него практически не было недруга даже среди хоккеистов. Третий период стал самым ярким в игре. Хоккеисты из Сенежа ворота противника отправили 3 шайбы, но даже до ничьей им не удалось дотянуть. Завершилась игра со счетом 5-4 в пользу команды «Легенды хоккея СССР». Валентина Мордовина, Иван Першин, Анастасия Гарбузова. Новости дня.